Десятки юных футболистов и только один вратарь. Матвей Донцов 4 года назад сделал выбор между футболом и хоккеем и решил, что ворота, поле и мячи ему все-таки ближе. Больше игроков играют, чем в хоккее. Потому что тут на поле играют, а на льду можно травму получить. А в хоккее еще бортуются, а тут нет. На завершающем мастер-классе собрались больше 30 маленьких футболистов. Все зрительские трибуны заняли родители и наставники. И неудивительно, впервые в Череповец приехал двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России и Кубка УЕФА Евгений Алдонин. Специально ради этого занятия начинающая команда из Шексны посетила Череповец уже во второй раз. До этого ребята успели позаниматься с Дмитрием Радченко. Любовь к футболу, как явная, проснулась этим летом, после чемпионата мира. Я думаю, что все мальчишки были... не отрывались от экрана. Вот, а потом увидели объявление, что набирается набор в Шексне. Мы параллельно занимались еще бассейном, но бассейн отпал, потому что футбол переселил. Вот так футбол всецело завладел сердцами всех этих мальчишек. И это, по мнению самого Евгения Алдонина, самое главное. Желание тренироваться, оттачивать каждый элемент защиты мяча и атаки соперника. Причем неважно где, на специально оборудованной площадке, как сейчас, или во дворах, где начинал играть сам чемпион России. Самое главное – это подарить детям положительные эмоции, да, создать определенное настроение и, может быть, объяснить, что все зависит от них. То есть самое главное – это, опять же, желание, характер, да, и стремление совершенствоваться, да, там, тренироваться каждый день. То есть, и тогда обязательно появится прогресс, тогда действительно может все получиться. Так, в атмосфере азарта, сосредоточенности и любви к этой игре в Череповце прошли уже 3 мастер-класса. Организаторы отмечают, что интерес к таким занятиям был колоссальный. Пришлось даже расширить возрастные границы, чтобы вместить всех желающих. Но кульминация праздника футбола еще впереди. 13 апреля в Череповце пройдет турнир «Лига мечты». Не только будет футбольные игры, будут мастер-классы от футбольных фристайлеров, будет большое шоу для болельщиков. Команды уже все подтвердили свое участие, все составы определены, все это можно посмотреть на сайте лигамечты.рф. Приезжают достаточно титулованные футболисты, приезжают тренеры. Вот. К ним будет достаточно легкий и простой доступ, можно будет пообщаться, можно будет взять автограф. В Ледовом дворце, который на время турнира станет футбольным полем, сборная Череповца сразится со звездами ЦСКА, Спартака и Зенита. Анастасия Ходкова, Александр Беспалов. Новости.